Приветствую, друзья и партнеры. Сейчас я видео, конечно, новое записал, но для вас отдельно записываю с показа экрана это видео по результатам, чтобы вы знали, какие результаты идут. Сейчас прошло сколько? 18 часов где-то с половиной после запуска автовороночки. Значит, вот 33 штуки, это именно оплаченные, я выборку сделал со вчера за сегодня оплаченные. Показать сейчас еще раз сделаю. Так, результаты. Давайте, 33 штуки оплаченных уже заказа идут. Я получаю 226, 222, 226, 234. Ну, вот так. Вы будете получать 90%, это четко 224 рубля. То есть, фактически, как я, где-то меньше, где-то больше. Да? И вот смотрите, сумма по заказам 8217. Ну, возьмем 217 рублей на всякие комиссии, там, что у меня чуть больше где-то падает, да, с большим запасом. То есть 8000 рублей уже за неполные сутки было бы заработано, если вы продвигали данную автовороночку. Набрано подписчиков. Давайте, набрано подписчиков сейчас у нас. Партнеры постоянно пишут мне. Вот 129, вот 133. Ну, неплохо, я считаю, еще сутки не прошли. Давайте посмотрим по оплатам, как это все выглядит. Вот я сделал выборку Маникола. Мы видим, что 12.42, 12.26, 12.24, 11.57, 57, 10.38, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 5, 5, 3, там, ну, вернее, 2 часа ночи, да? И вот за вчера пошли, пошли. То есть, видите, заказ оформлен, оплачен, оформлен, оплачен, оплачен, оформлен и так далее. То есть, все работает как часы. Поэтому присоединяйтесь, давайте посмотрим, какая у нас команда. Мы же знаем, что все становятся в очередь, и те, кто впереди, помогает тем, кто ниже. Так, 8500, давайте посмотрим, пропиликало. 8521. Так, а что это такое? А это мне что-то упало, не пойму, что. За продажу продукта 10 рублей. Давайте глянем, интересно. Автоматизация. Готовый комплект для набора партнеров. Вот, партнеры продают. Константин. Давайте, продал. Мне упали комиссионные, ну, невеликие, но 10 рублей, да? Второго уровня партнерская. Смотрите, кто-то тоже у Константина, да? 2 рубля мне упало. 10 рублей, 2 рубля. 9 рублей, 2 рубля. То есть, вот, начали партнеры работать. Смотрите, вороночку настроили. Вот, 9 рублей. Розалия тоже, поздравляю, заработала. Мне 9 рублей упало. То есть мне от вас комиссионные падают, но вообще копеечные. Да? То есть фактически я это сделал для того, чтобы вы непосредственно могли заработать. Но я как автор, мне что-то это прилетает, ну не знаю, насобирается рублей 200-300. Ну я что-то где-то оплачу там, да. Погасят мне комиссию этого сервиса 5%, что я плачу за продукт. То есть вот у партнеров получается. Так что смотрите, вот 29 с утра. Вчера запустил, люди настроили, с утра пошла уже прибыль. Так что... Нормально, вот не с утра, вот видите, вот человек видно ближе к обеду, вот 12, 12, после 12, молодцы, это отлично, то есть и у партнеров тоже получается зарабатывать. Вообще мне здесь сумма вот такая, давайте сейчас покажу, так у нас сколько, минута 25 осталось, тут тоже по времени, у нас 28 и 29 марта выберем, показать оплаченный, не оплаченный, а всего... Показать выборку, показать. Все, это моя ошибочка. Давайте сейчас то время закончится у меня отведенное на запись этого видео. И всего, значит, заказов 40 штук. Да, ну, видите, некоторые вот еще не успели оплатить. Вот-вот тоже эти, как правило, оплаты прилетают только чуть попозже. Поэтому здесь, возможно, ценник был бы уже и 10 тысяч рублей. Вот такая вот ситуация, поэтому давайте, включайтесь в работу, партнеры уже начали продавать, начали набирать подписчиков, отлично набираются подписчики, отлично идут продажи, и в принципе вы все такой же чек можете делать, как и я, потому что получаете практически столько, сколько же я, буквально там на 2, 3, 5, 10 рублей получаю больше, но в основном 2-3 рубля, вы видели, поэтому разница небольшая, включайтесь в работу, все работает. Желаю всем удачи, больших заработков и большого количества партнеров. 1 числа нам нужно много партнеров, чтобы был прям старт такой мощный, и каждый заработал большие, хорошие деньги.